В технопарке «Кванториум» создадут карту шумового загрязнения Тюмени. Детям предстоит исследовать город специальными логерами и определить зоны акустического дискомфорта. Присоединиться к этой работе приглашают всех желающих. Проблема шумового загрязнения городов является очень актуальной в настоящее время. Поэтому мы решили сделать наш проект более масштабным и охватить больше территории нашего города. Для этого нам необходима помощь. Чем больше человек примет участие в нашем проекте, тем точнее и больше будет наша карта. Поэтому приглашаем принять участие в нашем мероприятии всех желающих. Мероприятие пройдет с 20 по 25 июня. Все собранные вами данные будут публиковаться на онлайн-карте в свободном доступе в течение дня, и 29 июня будет опубликована готовая карта.